стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтобы не нарваться, я сам спиртного лишку загрузил, а впереди шмонали в руку байца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором махнет, за ноги надо бы трясти. Глядишь, оно и звякнет, и точно ниже живота, смешно да не до смеха, висели два литых креста 15 века. Ох, как он сетовал, где закон нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс, но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года, распятья нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. Всех края, и надо, где надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и всплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Обшубили заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге вместо косточки триптих. Зачем вам складен пассажир? Купили бы за трешку в березке русский сувенир, гармонь или матрешку. Мир, дружба, а меня не тронь. Попер он как на кассу, козе баян, папу гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми и контрабандистами этот, что в статуе был лишен. Малость под ковыркой он цыкнул, с умом с дыркой он сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало, таможни ищет ценный капитал, чтоб с золотинки с нимба не упало, чтоб и гвоздок с распятий не пропал. Таскают, кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек, бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, вот он я, слабый дарит таможний интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот, но я скажу, что это красный крест. Один латриптих запрятал в книге, да контрабанде это ремесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтобы пронесло. А рабы нынче ну и ну Европу поприжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом, и возят нашего Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое и дело, и родня. Великие, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вы трезвители ханаику, рабы нынче ну и ну Европу поприжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом, и возят нашего Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое и дело, и родня. Великие, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вы трезвители ханаику, раздену стыд и срам при всех святых. Найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест заработал, кляня судьбу себя все в кубе, но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обжалишь, мол, вы не трогайте его. Кроме водки ничего, проверенный товарищ. Не дають візи, розумієте? Їм тупо не дають Сполучені Штати Америки
в Москві, ну, там у них Москва, Екатеринбург і Владивосток. Генконсульства там почали працювати, я чув, бо були закриті. В Екатеринбурзі, вроді, почали генконсульство працювати, але віз їм не дають, розумієте? Їм просто тупо не дають віз. Але...